Добрый день, дамы и господа. Сегодня я покажу, как правильно отфрезеровать жертвенный стол, поскольку от него зависит, насколько точно и правильно будут вырезаться наши заготовки на станке. Если он будет неровный и заготовка, соответственно, будет крепиться на неровном жертвенном столе, то качество изготовления изделий будет на очень низком уровне. Более того, будут происходить проблемы при обрезке. Не будет углов 90 градусов, ну и тому подобное. Итак, что нам для этого необходимо? А для этого необходимо следующее. Концевая фреза 4-миллиметровая, на которой, собственно, мы и будем делать обрезку. Перед этим я обнулил инструмент. Ну, в своих роликах, вот раньше я уже показывал, как это делать. Я тут повторять не буду. И самое главное теперь, у нас есть вот такие параметры в матче. Сейчас я вам покажу. Вот наше главное окно. Матч. Вот так вот. Вот мы сейчас находимся на вкладке «Работа», а нам нужна вкладка «Обнуление». Вот. Вот у нас есть выравнивание стола или заготовки. Тут все предельно просто. Максимально задаем X заготовки, которую нам нужно обработать, выровнять. Y, глубина по Z у нас 0, это самая низкая точка нашего жертвенного стола, по которой мы будем производить выравнивание. Скорость X, Y мы выставляем 1500, скорость по Z мы выставляем 500, безопасную Z 10, шаг по Y я взял 2 мм, 50% от диаметра нашей 4-миллиметровой фрезы. Вот, собственно, и все. И теперь мы приступаем. Нам остается нажать только на старт. Обработку жертвенного стола. Теперь наши изделия будут получаться с высокой точностью и с правильной геометрией. Всем спасибо, до новых встреч!